Больше всего станций. О, ну да. Какая линия имеет больше всего станций? Полина, как ты думаешь? Вот это я снимаю. Полина. Конечно, Полина. Больше давай, всего пожалуйста. Линия. Какая у нас здесь самая длинная линия? Полина, как ты так? Как ты так думаешь? Ну, Полюш, смотри, какая линия больше всего станций. Смотри внимательно. Полюш, ответь, пожалуйста. Давай. Надо выбрать, блин, надо выбрать. Или У1, У2, У3, У4 или У6. Какая это? Какую мне отмечать? Блин, смотри, Полюш, вопрос, смотри, какая самая длинная. Мне кажется, У4 самая длинная. Самое сильное, больше всего станций. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Это что 20? 20 стационов. Где? Уфир. Так, смотрите теперь. Потом еще УЗЭК вроде тоже длинная. УЗЭК тоже длинная, давай смотри. Давай, считаем. Полюш, смотри, УЗЭК. А1 самый длинный. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zwanzig, dreiundzwanzig. Значит? Dreiundzwanzig. Значит? У четыре или у шесть? Какая самая длинная, Полюш? Блин, у четыре 20, а у шесть 23. Кто какая? Больше? 23 больше. Значит, у шесть все. У четыре мы уже выбрасываем. Значит. Подожди, а У1 сколько? УЗЭК, значит. Блин, а У1 надо еще посмотреть. У1 там еще настроилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Смотри! 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Значит, УЗЭК ist... hat die meisten Stationen. Ну, повторяем, Полюш. Смотри на меня, Полюш. УЗЭК hat die meisten Stationen. Больше всего станций. УЗЭК. Ну, Полюш, 3-4. УЗЭК hat die meisten Stationen. Окей, okay, wie viele sind es? Und wie viele? Сколько там имеет? Сколько станций на УЗЭК? Сколько их? 20. Сколько мы сказали? 20. Ну сколько? 20? Я считала, сколько я насчитала станции. Сколько Маша насчитала только что? Ну, 23. А как будет по-немецки 23? 23. 23. 23 стационов. Повтори, Полюша. 23 hat УЗЭК.